2016 году мне вспомнили 12 за 12 год. Вы не можете меня назвать вором. Вор и журик. Громкие слова от недовольных владельцев участков товарищества «Луч» летят в сторону председателя. Он отчитывается по итогам прошлого года, но, по словам дачников, тень падает и на смету 2016-го. Членский взнос за 16 год 3 731 тысяча, и все под копеечку подогнано, всего расходов 3 731 тысяча. Все подогнано. Расходы и доходы по нулям, зато вопросов у земледельцев поле не паханное. По смете вроде бы каждый рубль пошел на дело, но на какое — ни чеков, ни подтверждающих документов. Нет информации полной, как составлены сметы, как произведены работы, исполнительной документации по водопроводу, почему именно по 7 тысяч собирают, а не по 6 или не по 8 даже. Вот эти нюансы. Многие документы скрываются от нас. Расходы электроэнергии на нужды... НКСТ «Луч», воды и прочее, 126 тысяч. А здесь что-то, блин, почему-то здесь написано 430 тысяч. Они откуда взялись эти? Почему в 2016-м 430 тысяч рублей, а в прошлом всего 126? Это прочие расходы, которые идут на электросварку, на прочие, на освещение, на прочее. У нас везде электроэнергии еще расход, кроме скважины, еще расходуется. Председатель уверен, смуту сеют неплательщики. В декабре 2017-го прошла аудиторская проверка, выявили и должников. Сейчас «Луч» направляет исковые заявления как минимум по 16 дачникам. Ходят только те, которые, значит, имеет задолженность. Мы на них давим, такое решение принято, мы требуем, вот они ходят, суд подает. Спор идет из-за того, что они, значит, заплатили за реконструкцию электричества, например, вот эти столбы, а им не установили, за реконструкцию водопровода они полностью заплатили деньги, а им не подключают воду по новым трубам. Юристы же предлагают садоводам заново провести проверку. Для этого необходимо провести внеочередное собрание, где будет поднят вопрос о финансировании данной аудиторской проверки за счет средств СНТ. Председатель готов отчитаться по всем расходам, но только по заявлению дачников. От их инициативности зависит прозрачность «Луча». Альбина Минибаева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лайшевский район.